уважаемые покупатели! Принимайте участие в дегустации продукции нашего коньячного завода. Ух ты! А что это у вас? Можно попробовать? Мужчина, если я в прошлый раз сделала вид, что не узнала вас в мотоциклетном шлеме, это не значит, что нужно подходить сюда каждые 10 минут. У нас один человек, одна дегустация. Такие правила. Потеряли двух лояльных клиентов только что. Я для друга,